Тем временем легкоатлет-ветеран, известный всему мировому сообществу, бегун Владимир Малых вновь пополнил скромную копилку своих наград очередным золотом. В этот раз кунгуряк успешно принял участие в традиционном международном зимнем марафоне «Дорога жизни», проходящем в Санкт-Петербурге, где в очередной раз стал призером и сумел обойти прошлогоднего победителя на целую минуту. Отметим, зимние соревнования проводятся на дистанции 42 километра и входят в пятерку самых массовых российских марафонов. В этом году забег состоялся в 49-й раз и был посвящен 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А наш кунгуряк, ветеран спорта, принял в нем участие в 11-й раз. В этот сезон организаторами соревнований лимит участников был ограничен до 1000 бегунов, в то время как в прошлом году стартовало почти 2500 участников. Благодаря регалиям нашего легкоатлета к соревнованиям Владимир Малых допускается без каких-либо препятствий. В своей возрастной группе кунгурскому ветерану-легкоатлету предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров по легендарной трассе с эмблемой «Разорванное кольцо», символом монумента, у которого перед стартом традиционно проводится митинг ветеранов с участием спортсменов. Стоит отметить, что выступая на памятных соревнованиях, Владимир Ильич передал привет от пятерых жителей военного Ленинграда, блокадников, осевших затем в Кунгуре. Ну а итогом выступления кунгурского легкоатлета стала золотая награда.